Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы решили сделать очень прикольный выпуск. Вы знаете, что мы находимся сейчас в Панаме, атлантическая сторона, Линтон Бэй Марина, то есть это бухта Линтон Бэй. И именно здесь есть то, что нам понравилось, то, что мы попробовали, куда-то поехали и решили этим с вами поделиться. То есть делаем такой рейтинг, топ-5 прикольных занятий, которые мы для себя открыли на атлантической части Панамы. А еще не забывайте, что у меня есть Инстаграм, и туда я пощу то, что является актуальное. Вот сейчас увидите ссылочку на мой Инстаграм. Не забывайте, подписываемся и смотрим актуальную информацию. Ну что, готовы? Погнали! Едем на пляж и будем кормить обезьяну бананом. Сначала один, потом второй. Можно по кусочкам. Мы не будем. Ну что, где они, Дина? Эль дин бано банану. Хау? Ну, банан нашел своего. Не, я настойчиво хочу им отдать банан. Что за фигня? Где они? Непонятно. Пойдем прогуляемся дальше. Если птица кричит, значит ее побеспокоил кто-то. И если она кричит постоянно, значит ее побеспокоили обезьяны. Значит, они где-то уже рядом. Мы их не видим, а они есть. И они сейчас к нам придут. Вот там вот где-то эта птица кричит, значит обезьяна сейчас где-то к ней придет. Слышите, да? Это они. Когда вот так вот сидишь на пляже, вы обычно смотрите в ту сторону, куда вы смотрите. А лучше всегда, чтобы вы сидели так, чтобы видеть все, что происходит у вас за спиной. Потому что если какие-то дикие животные захотят прийти, как минимум, чтобы не обосраться. Если вас кто-то сзади потрогает неожиданно, а так как эти животные тихие, надо смотреть вот так вот, внимательно по сторонам. Но все равно банан ждет. Ну что тут у нас? Никого в поисках обезьян. Какая пальма красивая, смотри. Ага, идет. Нашли такие. Ну что, пацанчик, целый ему дать? Нет, по кусочку. На, кусочек, давай. А ты ему дай прямо, может быть, вот так вот. Ой, ты мой сладкий. Он аккуратный. На, еще будешь? Ты кому что рассказываешь? Хоба! Смотри. На. Дальше кусочек. Придется за вторым бананом идти. Смотри на эту позу. А такой он не будет есть? Такой, наверное, нет. Ну, возьмет подержать, смотри. Смотри, как хвостом. Да. Ну что, покормила обезьяну с рук? Яблочко есть, да. Ну, отлично. Я даже думаю, яблочком пожертвовать, хоть я и голодная. Он так мило своей лапочкой хватает. Смотри, он шкурку тоже выедает. Да. Молодец, еще и рычит на нас. Ну не на нас, это он прикряхтывает довольно, я думаю. Ну что, пошли за вторым бананом? Давай. Но это еще далеко не все. У нас есть еще банан и есть яблочко, которое мы взяли, правда, себе. Но я думаю, что не каждый день получается кормить обезьянок такими штуками. Причем они еще с рук берут, такие прикольные. Так именно нежно так берут, прямо не хватают. Это все-таки не забывайте, это дикие животные. А что там у нас, Дина, что там? Ленивец.
тут ребята. А, я вижу, вот он. Я нахожусь в группе Linton Bay Marina, и там иногда всякие прикольные штуки пытаются продать. И вот я смотрю объявление, продают темали. То есть это какое-то панамское блюдо, которое вот именно панамское. Естественно, мы его решили заказать. Спрашиваю, когда будет? Говорят, через 2 недели. Вы когда-нибудь еду заказывали за 2 недели? Ну, думаю, ну ладно, хорошо, давайте. Прошло 2 недели, и нам перезвонили и сказали, мы на парковке. И вот такой вот пакет. Ну, давайте посмотрим, что же это за панамская еда такая. Ух ты! Ух ты! Прямо вот, прямо банановые листы. Ничего себе, ничего себе. Короче, смотрите. Банановый лист вот такой веревочкой собран. Они подмороженные. Поэтому их надо разморозить. Короче, вот они. И мне сказали, как их готовить. Нужно закипятить воду, бросить, сварить. А потом подождать, пока они остынут, и можно есть. Это, кстати, темали де поя. То есть темали с курицей. Ну что ж. Вот и сварили 2. 2 конверта из 4. Они должны остыть. Ну вот, ждем теперь, пока остынут. Ну что? Вскроем конвертик. Давай. Он развязывается? Ну, как бандеролька. Класс. Это ж пальмовый лист. Пальмовый лист. Похоже, какой-то банановый пальм. Может и нет. Хоба. Ух ты. Хоба. Кусочек. И вот еще. Что это? Сложно сказать. Называется темали. Сложно сказать, сейчас будем пробовать. Выглядит интересно. Вилка тебе, вилка мне. Давай, что это? Ответь на вопрос. Но не соленая. Вообще. Там в центре вот курица, я вижу кусочек. Тут горох еще, вот кусок курицы. Это же темали с курицей. Темали де пойо. А что вообще такое темали? Не знаю. Курица вкусная, чили тоже вот эти. Вот этот замес не соленый. Угу. А что это? Ну, такое. Это, наверное, гороховая каша, да? Ну, горох тут имеется, но вот я это что-то эту такое. Штуку. Я не могу понять, если честно. Какая-то запеканка странная. Запеканка. Mm-hmm. С чего? Короче, мы сейчас посмотрим в рецепте. Загуглим и расскажем. Загуглим и расскажем. И, ну, вообще интересно. На самом деле, в чем этот прикол этого темали, это национальная панамская еда, которую панамцы едят. Мы ее ждали 2 недели. Угу, 2 недели.
Не, нормально, можно есть. Есть можно. Знаешь, что она не соленая. Надо ее посолить. Мы, когда приезжаем в любую страну, мы обычно едим только местные блюда, потому что только через еду можно вообще впитывать культуру людей. И, ну, наверное, не только через еду, но еда конкретно помогает. Ну что, пора изучать местность. Смотрите, какой остров здесь есть. Предлагаю сейчас на него и высадиться, или во всяком случае попробовать. Вот волны подходят. Вот увидите, там она обрушивается. А здесь вроде как бы нет. А вот там дальше прямо вот торчит. Она придет. Ну, в общем, несмотря на такие вот замесы волновые, мы все-таки высадились на этот остров. Надо будет обязательно сделать фотографию на пальме. Но остров надо разведать однозначно. Давайте посмотрим на него сверху. Пока Дина тут занимается важными делами. Вообще. Я хочу весь остров захватить. Он уже вот поднялся у меня на 277 метров. Он может подниматься очень высоко, поэтому поднимай себе. У него, по-моему... Там туча, я боюсь. Все, фоточку. Спускаемся. Дроновые? Дроновые. Смотри, куда я его прицепила. Прямо ракушку нашла дроном. Да. А я вам пока покажу сам остров. Там пальмочки. Здесь видно, что-то их чем-то потрепало, потому что выглядят они не очень. Так-с. Что у нас здесь? Здесь у нас, возможно, змеиное логово. Вот посмотрите, какой большой. О! Это, кстати, вот то, что Дина показывала, ракушки, которые живут прямо в воде. У них отшельники отбирают их. И вуаля! Боится. Так, пауки, уходите. Пауки мне не нравятся. Вот, видите, сколько здесь кокосов? Значит, здесь где-то живут большие кокосовые крабы. Вот сильно туда мне ходить не хочется. Как вы понимаете, стрёмненько. Ну, на береговой линии в Панаме, к сожалению, мусора много, потому что его сюда сносит течениями. Даже если эти острова необитаемые, на берега все равно что-то закидывает. Вулканический остров, видите, вот это вулканическая лава.
офигенно, офигенно, что я сюда пришел посмотреть на это все. Ну что, вот мы побывали на необитаемом острове, теперь у нас задача покруче. Как тузик спустить туда и так быстро туда и газануть. Волны, которые идут, вот они заходят сюда, а вот эти волны, они обходят вот так вот, заходят сюда. И это вот то место, где волны соединяются, посмотрите, какая каша. Приподними его, ты шумелка. Что не сделаешь, чтобы не грести? Фух, отчалили. На самом деле очень получилось нормально. Гоним. Так, еще одно очень крутое занятие, которое входит в топ-5 по нашему рейтингу. Это мы собираемся покататься по мангровому лесу на SUP. SUP переводится как stand-up paddleboard, то есть греби стоя. Погнали в мангры. Ну что, кто кого везет? Конечно же ты меня, Сереж. Какие могут быть вопросы? Сомнения. Сомнения. Тебе не привыкать. На, суп никуда не уедет без нас. Ну я готова. Так, на тебе камеру. Вези. Камеру держи. Я встаю. Погнали. Ну что, греби? Гребу, бля. Греби. Ну мне страшно.
Два рагуля такие. Может, я вот тут его... Не-не-не. Все сумки. Прикольно, что когда ты на моторке едешь, у тебя постоянно она... Ты мне не помогай, пожалуйста. Ладно. Когда едешь на моторке, она постоянно тарахтит. А на супе едешь, она все время едет тихо. Просто прикол в том, что суп чуть подздутый, надо было его сильнее накачать. Он реально просто очень мягкий. Ой, класс. Где-то здесь, по-моему, эти капуцинчики Да как будто скелеты каких-то этих огромных. Ага. Животных. Свет в конце тоннеля. Падать? То руку тянуть кверху. Да, вверх. Хорошо. Ну, ты здесь встанешь, так что... Я понимаю, что тебе меньше всего этого хочется. Вообще не хочется. Ну, ты в тапках, а я буду за борт держаться и ногами... Я в тапках, еще и в антикомарином спрее. Что ужаснее всего, да? Хоба. Все, вылазь. Такая вот прикольная развлекуха, как поездить на SUP по манграм, а именно вдвоем. Но этот SUP, он подходит для двоих, а вообще не все подходят. Но этот, он подходит, но единственный у него минус, он был плохо накачан. Ну что, друзья, наш очередной выпуск подошел к концу. Мы вам рассказали топ-5, чем себя развлечь в атлантической части Панамы, Линтон-Бэй и окрестностях. Не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии. Ну, в общем, вы знаете все, что нужно делать. Дина, ты зло, зачем ты меня оттолкнула? Ну, вот так вот у нас все, в общем, и происходит. Давай, ты как я умею? А, ну, традиционно, одной рукой, да? Все, друзья, пока. Давай.